о культуре, но уже национальный наш следующий сюжет. Рамадан – месяц поста и духовного очищения в исламе. Это время смирения, искупления грехов и мысли о своем жизненном пути. Пост держится от восхода до заката солнца. Вечером же происходит разговение – ифтар. Как проходит священная трапеза мусульманской общины в Малаховке, теперь знает и наша съемочная группа. В 2018 году священный месяц Рамадан начался 16 мая. Для мусульман выдержать пост – это священная обязанность. Если человек держит пост, на его душу снисходит такое смирение, которое в другое время никогда не бывает. И это смирение в месяц Рамадана, оно особенно тонко ощущается. Аллаху акбар, С последним лучом солнца имам приглашает мусульман к намазу. Молитву читают стоя лицом к Мекке. И только после можно сесть за стол. Разговение в священный месяц Рамадан называется ифтар. Угощают финиками, черносливом, ягодами, орехами, овощами, лепешками. В качестве основного блюда шурпа. Имам Рамиль Рахманкулов готовил ее лично. Тут баранина, картошка, морковь, лук, куркума. Верующие относятся к посту как к наиболее счастливому времени в году. Воздержание от пищи, дурных мыслей и поступков вознаграждаются удовлетворением от простой еды и возможностью стать лучше. Именно в таком благостном наслаждении заключен смысл разговения. Мы молимся о прощении тех грехов, которые мы в течение всей жизни зарабатываем, и хотим, чтобы нас Аллах простил. Когда держишь пост, чувствуется это вдохновление, очищение. Организм очищается, здоровье даже это очень прибавляется. Мне Вере Фиткунова, самая старшая из прихожан. К Рамадану и разговению она относится с особым трепетом. Пост я должна держать, потому что это указал пророк, это в Коране написано у Аллаха. Жалко расставаться с постом. Месяц Рамадан продлится до 14 июня. К окончанию поста начинают готовиться заранее. Делают генеральную уборку в домах и дворах, готовят праздничные блюда и лучшие наряды. Мария Кузьмичева, Александра Тамия, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Тамия, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.